Привет всем. Привет всем. Ой, блин. Мы, короче, едем на рыбалку. Все на то же место. Ну, суть дела в следующем. Вчера было плюс 4. Сегодня минус 10. Сегодня минус 10, а за городом, я думаю, и того, наверное, больше. Ну, да. Короче, как оно все будет. Камера тусится, я так вот держу. Антистабилизатор. Как будет сегодня рыбалка, вообще без понятия. Но мы одеты, в принципе, тепло. Да. Скажем так, по погоде. Там самое главное, то место выбрать. Да, снег, как, снег, там, да, как там со снегом, тоже непонятно, бо я вчера был тоже увлечением за птичками ходил, то снега было почти по самое не могу, поэтому как там сегодня, не знаю, ночью дождь еще и шел, короче, вообще ничего не знаю, как лед, как шел, короче, приедем, покажем, расскажем. Да. Короче, пытаемся идти, тропы нет. Она как бы была. Мы ему проделали такую тропу. Прошли. А это мы еще не прошли полпути. Сними, сними вот так вот. Вот такая красота. Да. Зимушка, зима, весной. 4 марта. Снега. Просто вообще пипец. Фух, жарко. Да. Короче, перекур. Рекламная пауза. Жеваный крот. Мы пришли. Санек, он упал, снег умоляется. Сейчас какой-то. Санек! Клюет! Ага! Подача, я говорю. Все, да, тало, да. Хорошо. Фу, бля. Мама мия, не говорю. Короче, Санек поймал такого халавля. Как обычно, блин, что здесь клюет, голавль. Ну, блин, все равно рыба. Да рыба, хоть, хоть разловился. Ага, учитывая, что мы проперли кто на сколько. Ну, а как обычно хотели срезать, но, блин, срезали. Не туда. Да, куча снега, блин. Плюс прошли, хрен знает. О, клевака. Клюет. А, нормально. А у меня окунь. Я окунька поймал. Да-да-да-да-да. Такое понятно. Ну что, Сашка, с почином, бля. Подожди. И тебя, Санька, с почином. Блин. Два добня, блин, минус 10. По сугробам, по пояс, блин, брели. Короче, круто, пацаны. Рыбалка экстремальная, офигеть. Смотри, как я наступил, провалился тут. Да, и вода выступила. Вода выступила. Будет что вспомнить, ёпт, летом. Скажу, помнишь, как мы с тобой, блин, два дятла, блин, пхались по льду, блин, по снегу, блин. Конечно, да, было дело. Ну говори. Да шо, мучил его, блин, клевака такая, раз дернул. Думаю, та не. Поднял. Понял чуть-чуть. Приопускаю такой, хоп, еще так, тык. Хоп, хоп, хоп. Потом, такой, понял, не клюет, короче. Опять поднял, опускаю. Вот, та не, иди сюда. И вытащил, блин. Короче, вот так, как-то. Периодически поклевывает. Ну холодно. Да. Ну, зимняя рыбалка. Ха, зимняя. Сейчас вообще ржу с этого прикола, короче. Так понял, я
по поклевке думал, что там рыба эгегей, блядь. Ну, наверное, с мизинец, да, наверное? Ну, да. Где-то такой, ну, да, как раз оно, блядь. Ой, интересно вообще. С чем тебя Санёк и поздравляю с крупняком? Да. Это, не снимай рукавицу, бля, все это вообще антирекорд, короче. Так, блядь, это вообще, я таких, как мне, еще ни разу не ловил, наверное. Что это? Что ты тут хочешь? Малек. Это вообще жесть. Ну, такие. Пойдем, отпустим. А так клюнул жадно, я тебе говорю. Там, я слышу, ты, ну, раз опустил, понял. Такой, вижу поклевочка, тык, поднял. Слышу опять, тык. И потом бах, бах, иди сюда, блин. Ну, короче, дрыщеный ж, блин. Пойдем. Дрыщевую. Дрыща в дрыщевую лунку. Главное, камеру туда не дрыщнуть. Ну да. Ты посмотри, как быстро свалил. Быстро ремонтировался. Этот уже покрупнее, видишь? Да. Какой-то проханный он сегодня. Он все время такой проханный здесь. Угу. На паузе такой длинный. Дринг. Угу. Еще один мега крупный окунь. Базарь. Я говорю, еще один мега крупный окунь, пойманный на этой лунке. Гады, на подъеме взял. Понял? Угу. Вот. И такие, ну, поклевки хорошенькие, в принципе. Ну, блин, как-то не знаю. Что, попал? Попал, да, походу на стайку попал. Вот, и поклевывает. Немножко. И это радует. Да. Скажи. Взяла мне узел, завязала. Да что, на опускание клюнула, понял? Так хорошо, так бодренько клюнула. Вот такая тормушечка. И мне пришлось перевязаться, блин, потому что запуталась и взяла узел, завязала мне на леске. Я решил не рисковать и перевязать. Правильно. Потому что узелки на леске это зло. Да. Эх, какая рыбка. Пока я там ходил, Санек аквариум для рыбок сделал. Вот такой вот окунёва плотвиной. Как-то вот так, но на солнышке поярче. Не так холодно. А тут тепло. Ну да, в принципе, да. Нарешті розловив мармиху. Вот таким вот окунем. О, как жадно взял, гад. И взял со второго раза. Раз клюнул, потом еще раз и взял. А то такой перерыв был вообще, блин. Ходили, наверное, часа два, наверное, да, Санек? Вообще, меняли мормыхи, меняли места, блин, бурились. Да он вообще ноль. Такое впечатление, как будто по команде взяли и выключили. Короче, на этом все. Короче, тебе, окунь, сегодня повезло. Я очень добрый. Я тебя отключу. Ныряй! Давай, не туда. Вот, дура. Дура, давай. В другую сторону. Вниз. Пошел. Давай. Короче, сегодня с уловом. Хреноватенько, вот, но, короче, клевало. Это тоже, наверное, давай. Короче, я сегодня почти всех отпускаю, блин. Ушел? Да, уплыл. Окей. Ну, а таранинку и два окуня, которые не выжили, я заберу домой. Короче, рыбалка с ним была очень проханная, как обычно. Ну, не так, что прям пролет. Как обычно, скажем так, ну, очень проханно. И клевало, как правило, только с утра почему-то поклевало и потом заглохло. Причем, блин... Очень резко. Да, вот клевало, ну, только так, оп, буквально 15-20 минут и тишина. И вот буквально до часу дня я там одного окуня на глубине выхватил. И у меня одна поклевка была. И все. Так, мусор забираем. Так что вот как-то так. Сегодня порыбачили. Сейчас обратно еще по снегу хрестись. Надеюсь, там люди протоптали, потому что не мы одни сюда пришли. Да. Вот. Поэтому мы погнали. Всем пока. Ставим лайки, комментируем, подписываемся на канал. Да. Пошли мы хрестись.